Сегодня на Стадия Комикс Флэш книга 3 «Вторжение горилл» от автора и художника Фрэнсиса Манапула и автора Брайана Бучелата. Издание в твердом переплете и глянцевой обложкой, под которой скрывается с 13 по 19 выпуск оригинальной серии, а также достаточное количество бонусов, о них чуть позже. Экземпляр комикса для обзора предоставлен издательством Азбука. Как уже понятно по названию, в этой книге вас ждет нападение армии горилл на Централ Сити, во главе с королем Гродом, который теперь сильнее и злее, как никогда либо. Конечности людишкам он отрывает на раз, только так. Цель Грода проста – захватить, поработить город и его жителей, да еще и при этом создать ментальную завесу с помощью умов горожан путем подсоединения их к одной старейшей горилле. Ну и конечно же убить Флэша. Вторжение приматов, заполонивших Централ Сити, коснулось не только мирных жителей, но и негодяев. Капитан Холод, погодный волшебник, тепловая волна, мастер зеркал и глайдер вынуждены будут сражаться бок о бок с Флэшем. Как говорится, враг моего врага – мой друг. После арки с говорящими мартышками вас ждет два номера, которые расскажут историю Акселя Уокера, он же Трикстер, которого местные власти обвиняют в ограблении и убийстве. Подстава это или нет, в этом придется разобраться Барри Аллену. Да-да, именно Барри, здесь он не в облике Флэша. Почему? Вы узнаете, прочитав этот комикс. Рисунок, как всегда, радует глаза и пестрит яркими карандашными цветами. Особенно запоминаются сумасшедшие развороты. Необычный подход к изображению панелей заставляет вас задержаться на странице на достаточно долгое время. Как я уже сказал в начале, бонусов в третьей книге достаточно много. Здесь собраны наброски страниц и готовые эскизы обложек Фрэнсиса Манапула, а также карандашные наброски и финальные варианты страниц, раскадровки и ранние варианты обложек. В общем, за кулисами есть на что посмотреть. Этот комикс и многие другие вы можете приобрести в магазине Comic Street, ссылка будет в описании. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить пальцы вверх, этим вы поддерживаете мой канал. И заходите в группу ВКонтакте, там вы можете найти фото превью новых комиксов. А также вступайте в группу ВКонтакте «Официальная коллекция комиксов Marvel от Ашет». Все ссылки будут в описании к видео. Информационный партнер Comixoid.